Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Градха Шива Садигоура Бхактивринда. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Градха Шива Садигоура Бхактивринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ну что, друзья, мы живем в очень интересное время. Я смотрю, как народ зашевелился. Как только отрубили у нас источники финансирования, все стали сразу думать, как жить дальше, что нужно делать. Ну вот, в этом я вижу очень хорошую такую, как бы, тенденцию, да. Но это хорошая новость, что мы начинаем думать сами, как кормить себя, развивать миссию. Есть масса замечательных примеров. Например, в Томске ребята делают суперфуд, здоровое питание, варят сами шоколад. Делают веганские, вегетарианские торты, соевый соус, камбучу и много чего другое. Вот, поэтому сейчас ребята пытаются посадить огород в Ростовке. В Питере активно ребята сажают огород. Я только что отослал Ядычу несколько вариантов по фермам, которые продаются на Черноземе в Рязани. Очень такие прикольные хозяйства, уже готовые, недорого. Вот. И это все как бы подстегивает той сказочной мыслью, что сегодня мне послали видео. Я могу, конечно, его запостить в группе, но оно слишком печальное. Там показано, как какие-то тетки-чиновницы рассказывают то ли людям, то ли своим сотрудникам, как у них работает система распознания лиц, как вот в каждого по карточке можно считать каждого человека, камеры стоят, видят, что это идет Вася, Петя в метро. Ну, то есть полицейское государство, о котором так мечтали наши, как бы, замечательные руководители, и о котором нас предупреждали конспирологи, оно в реальности внедряется уже сегодня. О, кстати, видите, какая красота. Это гора, откуда я вещаю. Я сейчас вернусь. Вот, поэтому это сказочное полицейское государство, о котором, так сказать, мечтали мечтали правители, и о котором нас предупреждали конспирологи, оно не какая-то там вообще запредельная штука, а реальность, которая уже внедряется сейчас в городе Москве, а скоро будет по всему миру. И кто-то, если из вас не знает, то в Китае есть уже уйгурский автономный округ, где живут мусульмане, которые сопротивлялись, хотели независимости. Из них сделали рейтинговую систему. Плохой рейтинг у тебя, там неправильно пришел через дорогу, значит, билет тебе на самолеты, на поезд не продадут. Вот. А не с тем человеком поговорил, не о том. Рейтинг еще больше закрылся. Уже не может посещать центральные части города. Вот. Там не с тем поговорил в мечети, в синагоге. Ну вот, опять ты как бы неправильный пацан. То есть идет тенденция того, что ни Священное Писание, ни Господь, а просто какие-то сумасшедшие люди, охеревшие, будут определять, и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Помните, да, как Голодомор в Советской России, расстрелы десяток тысяч невинных людей, которые просто хотели по-другому думать или не были согласны с тем, что происходит. Ну вот, друзья, в новом веке вас сразу же не расстреляют. Вас либо поставят на карандаш, ну, вы умрете от коронавируса, вдруг что-то такое произойдет. Вот. И в этой связи, что у нас остается, да? Ну, как бы, свобода, безусловно, иллюзорная, но свобода есть только одна, использовать ее для духовной жизни, для духовной практики. Этого, как сказал Харидас Такур, меня никто отнять не сможет. Харидас Такур сказал это перед лицом Хусейн Шаха, который сказал, ну вот отрекись от ислама, вернее, отрекись от Хари Кришна, прими ислам, и тогда мы простим тебя, мы же милосердные. Поэтому вам тоже могу сказать, отрекитесь от Хари Кришна, там, примите правильную религию нашу, национальную, и все будет нормально, все у вас будет хорошо, мы вас будем пускать в метро.
Ну вот, но Харидас Такур сказал, что лучше мне отречься от собственной жизни, чем от Господа. И в результате его казнили 2-4 раза на базарных площадях, но так и не смогли его казнить по-настоящему. А, друзья, мы сами такие великие герои, как Харидас Такур, но время пришло собрать камни и понять те ценности, которые мы с вами исповедуем и проповедуем, готовы мы ради них жить. И мир материи, который мы так с вами свято все верили, думали, ну вот сейчас будет хорошо, там нефть дорожает, так сказать, ипотека дешевеет. Ничего подобного, друзья, мир смерти, мир материи, мир страданий. Поэтому давайте не будем отчаиваться, изумляться, а давайте просто будем наблюдать за этим безумием и понимать, как нам это безумие избежать. А избежать этого безумия можно двумя вещами. Первое – это жить духовной жизнью, внутренней, глубокой, полноценной. Второе – научиться зарабатывать деньги какими-то более лояльными методами и, наверное, валить из городов какие-то сельхозобщины, как я уже говорил, на свежий воздух и там пытаться, ну, в каком-то своем парнике выращивать свои огурцы и, может быть, там продавать их каким-то горожанам. Вот. Но это вовсе не значит, что мы решили закрыть наши храмы, оставить наши центры. Но, очевидно, мы рассматриваем другие варианты, да, потому что, ну, в принципе, на выходные дни можно приехать в Ростовку и в Ростовскую область. Вот, у нас есть преданные, которые хотят сделать общину в Сочи. Они нашли несколько вариантов земли, но там не получилось у них собрать деньги необходимые. Там где-то было около 5 миллионов рублей за дом и 30 сотых земли на берегу реки. Вот. Ну, то есть, на самом деле, варианты есть. И те, кто хотят вступить в какие-то вот там или где-то купить землю в каком-то одном районе, надо рассматривать. Вот у меня там товарищ рассматривает Рязанскую область, говорит, что там чернозем и потеплее. Вот. Ну, кто-то рассматривает вот Сочи. А в свое время люди уехали в Курчиново. Ну, кришнаиты все побросали, уехали в Курчиново. С одной стороны, можно сказать, ну, вот там в Курчиново, Кавказ, горы, ну, в принципе, да, там кришнаиты нормально если живут, Курчиново, Кавказ, свежий воздух, коровы, ну, то есть для тех, кто хочет жить духовной жизнью, все нормально. А интернет вообще как бы рулит, он дает возможность общаться со всем миром. Вот, поэтому, ребята, есть разные варианты. И что нужно сказать? Есть разные варианты, но надо смотреть. Вот. Поэтому пока что мы собираем, я бы сказал так, мы думаем. Ну вот ребята из Сибири хотят завести коров, построить парник теплый. Меня, конечно, Сибирь вообще не радует никак, потому что очень холодное место. Я человек солнечный, я, конечно, больше радею за там Крым, Сочи, Абхазию и так далее. Но, с другой стороны, и в Сибири люди тоже делают прикольные проекты, тем более у наших ребят уже там есть дом, земля и рядом город, инфраструктура, где они проповедуют и кормятся. Поэтому, если выбирать что-то новое, конечно, прикольнее, с одной стороны, смотря чем заниматься, либо ближе там к Сочи. Вот. А Краснодарский край – классное место, Краснодар – хорошее место, но мне не нравится немножко Краснодар по наполнению там казаки, такие переселенцы экономические. Вот Сочи более такое лояльное место, ну, где-то или под Сочи, Туапсе. В общем-то, места на самом деле есть. И я думаю, сейчас цены повалятся, поэтому можно будет торговаться при наличии денег. Другой вопрос, что денег у людей, как бы, наверное, будет очень мало, и, скорее всего, доллар улетит куда-то там в заоблачные реалии. Ну, как говорится, будем посмотреть. Я не являюсь каким-то аналитиком. Я просто говорю вам о том, что мы живем в очень интересное время. А мы однозначно с вами все умрем 100%. Поэтому не нужно бояться коронавируса. Там умрем мы от старости и от коронавируса. Не знаю, от коронавируса даже веселее. Там глубокая старость, когда ты лежишь там, ходишь под себя. Ребята, это очень тяжелая смерть. Вот у меня самого мать в таком сейчас состоянии находится. И там один товарищ, наш дядя Коля, он тоже похоронил мать, которая там 3-4 года лежала и просто в постели
была фактически нефункциональная и только-только вот ушла. Вот, поэтому какая ситуация, ребят? Ну, не знаю, какое благословение дожить до такой вот глубокой старости, где ты немощная, обуза другим, и к тому же еще сам не можешь ни молиться, ни думать, а просто лежишь как овощ. Поэтому я за яркую, позитивную смерть, которую Кришна дарует своим преданным. То есть я не то, что там надо самоубийство устроить, нет, просто я знаю, что Кришна дарует своим преданным в награду яркую, позитивную смерть. Либо они уходят сами, либо это происходит очень позитивно, быстро и замечательно. Вот, без особых там тараканов и заморочек. Но чтобы эта яркая духовная смерть была именно духовной смертью, то есть переходом в другое и смирение бытия, более совершенное, мы должны с вами готовиться к этому в этой жизни. Потому что смерть – это экзамен, а надо сейчас учить уроки. Надо учить уроки каждый день, потому что сдавать экзамены придется каждому, и не отмажешься. Вот, и поэтому, друзья, помните о том, что Ведавьяс – это литературное воплощение Господа, который дал нам не только Махабхарату Бхагавадгиту, хотя Махабхарата Бхагавадгита является величайшими книгами, но еще и Шримад Бхагаватам, который, безусловно, квинтэссенция всей ведической литературы. И, по большому счету, Махапрабху пришел, и великие вайшнавские святые даровали нам Гору Лилу, описанную читание Чайтамити, читание Мангали, читание Бхагавати, и кучу супер трансцендентной литературы, такой как Брихат Бхагаватамрита и другие книги. И я скажу, что вот, ну, сейчас я постараюсь каждый день читать литературу. Конечно, приходится много коммуницировать, там звонить, смотреть. То с Америкой, то с Китаем, то там, то сям. Но что я могу сказать? Очень грандиозные возможности есть у нас, если мы научимся уделять духовной практике время. Вот, и это время духовной практики не будет ни абы как, ни в передыхе, а вот фундаментальное, серьезное время нашей духовной практики. Те, кто живут в храмах, конечно, им с одной стороны проще, а с другой стороны, знаете, когда живешь все время в храме, уже кажется, ну, вот там божества, да, там. Поэтому такого голода нету. И в этой связи, вспоминая Абхазскую войну, преданные после Абхазской войны говорили, когда была война в Абхазии, когда на улицах убивали, а только исконно была еда, поэтому все ходили дружно в Сухуми есть просад. Они говорят, мы все сидели, ждали смерти, потому что, ну, город переходил из рук в руки, а там грузины убивают армян, армяне убивают этих. То есть непонятно было, что ты сегодня город заняли эти, могут тебя пойти убить, а завтра город заняли другие и тоже придут тебя убивать. А ты типа ни при чем, ты просто здесь живешь, но на войне тебя убить могут не потому, что ты враг, а потому что, например, кому-то понравилась там твоя машина, или кому-то там твоя дочка понравилась, да, там, или кому-то ты не понравился. Ну вот, это же война, как бы, там нет таких правил, там, как правило, война, она дает возможность самым низким людям проявлять свои самые низменные желания, да, там, и показывали как-то там по видосам, как какие-то русские наемники в Сирии там разбирали ножиками на запчасти какого-то бедуина. То есть война, она прощает любые жестокости, потому что это война, у нее такие законы. А современная война, она не просто прощает любые жестокости, она сама по себе, как бы, ну, там нету благородных героев, да, вот, ну, там, кто вирус запустил, это же не благородные герои, с кем ты там воюешь, с вирусом воюешь, там, кто умирает от вируса, там, внук поцеловал бабушку, и бабушка крякнула, потому что у нее иммунитет плохой. То есть мы сейчас живем с вами в такое время, поэтому нам очень нужна духовная поддержка, чтобы понимать, что истина и духовные ценности, благородство, духовность существует. Они, может быть, сейчас не существуют, да, то есть, может быть, там к нам относятся как к баранам чиновники, хотят нас посчитать, там, окольцевать, поставить нам метки, там, штрих-коды, ну вот, и типа баранам же ставят метки и штрих-коды, ну вот, а вы чем вы лучше, чем бараны? Но, друзья, как бы, те, кто это делают, они сами в итоге станут пленниками своих же идей. А мы с вами должны думать о другом, как достичь сознания Кришны,
как достичь мира любви, гармонии и никогда не рождаться в этом идиотском мире материи. А если уже рождаться, то только по воле Господа, чтобы совершать служение. Вот, друзья, вот такие у меня сегодня к вам мысли. Ну, не знаю, что еще сказать. Могу рассказать, что сегодня мы писали вместе с Балавантой книгу и писали про разные планы Бога осознания, Брахман, Параматма, Бхагаван. В принципе, получается интересно, да, что среди разных теистических воззрений самое высшее – это бхакти-йога, это осознание Господа как личности. А среди такой личности, как Вишну Нараяна, да, то есть верховная личность Пурушоттама, Господь Кришна является изначальным источником всего. И его главное качество – это очарование, красота. Другие методы его постижения неполноценны, потому что красота, она естественным образом открывает сердце и стремление души, которая в нем живет, к любви и взаимоотношениям. Но удивительная вещь, да, как сказал Махапрабху, у нас с вами не проявлена эта красота, у нас нет потребности. Мы хотим, конечно, жить красиво, чтобы вокруг нас все было красиво. Но подлинная красота, не которую мы эксплуатируем, а которую мы служим, это Шри Кришна. И Гуру Махарадж, он говорит, что всегда пытайтесь осознавать одну вещь, что не Кришна для вас, а вы для Него. Не Он ваша палочка-выручалочка, а вы Его верные слуги, Его слуги, слуги слуг. Поэтому вот, кто-то пишет, страшно жить. Так вот, страшно жить, от чего должно быть, что у нас нет любви к Кришне. Вот что самое страшное. То, что там кого-то там очипует, кольцо в нос ему повесит. Ну, как говорится, рабу, ну, был у тебя рабский ошейник, такой будет новый рабский ошейник с более качественным учетом. Да, там будет мобильное приложение, куда ты будешь проситься. Там, а можно магазин, там, можно пописать, покакать, можно. Ну, вот, барин хочет, чтобы ты просился. Ну, вот, ребята, крепостное право не так давно отменяли в России, а вообще его никогда не отменяли. Сталин не давал паспорта колхозников. То есть людей же собрали на землю, они там фигачили, их даже в город не выпускали. Ну, кого-то там по комсомольской путевке отправляли учиться, перспективных там. Кто на ложках хорошо играл, или кто там. Академик Королев, создатель ракетостроения, был вытащен из-под расстрела. Его чуть не расстреляли, а потом вспомнили, так у нас же есть нормальный так, с башкой чувачок, пускай ракеты лучше строят. Вот, поэтому, друзья, не надо бояться, то есть мы с вами просто не застали страшные времена, но мой отец, Виджай Роман, был в блокадном Петербурге, где люди ели детей. И это не помешало ему вырасти, выучиться, а главное принять сознание Кришны и стать президентом храма и практиковать йогу и бхакти-йогу в особенности. Я с ним сегодня разговаривал, говорю, как? Но он говорит, все, супер, ходим на программы, молимся. Я говорю, ну как, там пранаямой занимаешься? Да, говорит, только раз в день успеваю, много служения. Вот, замечательно, представляете, то есть вот стоит гордиться моим отцом, он все время занят 24 часа служением. Мне очень повезло родиться в такой семье, и это говорит о том, что удача, у нас у всех с вами удача. И то, что Гурудев к нам приехал, и Гурудев давал предсказания свои, но он давал позитивные предсказания, да. Все плохое мы сами так увидим, а позитивное все, оно должно свершиться. А позитивные предсказания какие? То, что наша миссия будет расти и развиваться. И, друзья, поверьте, сейчас все больше и больше людей будут приходить в сознание Кришны. И просто некуда будет прийти. Да, любые религиозные примитивные идеи, они уже не прокатывают. А банальный материализм концлагерь, но он будет настолько очевиден концлагерь, что как бы ты скажешь, ну что, я вот, моя жизнь будет это баран с хорошим рейтингом. Ну вот, поэтому люди будут искать альтернативу, чем больше они будут искать альтернативу, тем больше они должны соприкасаться с сознанием Кришны, с нашими идеями, с глубиной. Ну вот, ну и мы должны тоже расти, как бы, друзья, мы все должны расти в духовной жизни. То есть Сарасвати Такур, он ушел из этого мира, потому что он сказал, я устал от неофитов. И действительно, вот в Индии, когда сидишь иногда с Гурудевом, приходят какие-то люди, задают совершенно, ну, знаете, формальные вопросы, там, им нужно прикоснуться к стопам садху, сказать несколько слов, просто посидеть. Я помню, когда с одним индусом, что-то пришли какие-то индусы, я думаю, надо начать проповедовать, а мне такой индус говорит, похлопал по ноге, говорит, не надо Махарадж им ничего объяснять, а им просто надо, чтобы они вам поклонились, и они счастливы, и пошли нафиг. Я такой думаю,
Но с одной стороны, какая у них потребность? У них формальная религиозная потребность выказать почтение человеку западному в оранжевой одежде, саньяси. Это хорошо, но они не хотят знать ничего о Кришне. Они думают, что они все знают о нем. Поэтому, друзья, мы не должны быть такими формалистами. Мы должны принять сознание Кришны, развиваться в сознании Кришны, углублять свой интерес к сознанию Кришны. И рано или поздно это сознание Кришны, оно будет воздействовать на нас днем, во сне, наяву. Вот. И для этого нужно иметь духовное общение, желание, стремление. Да? Есть такая шлока Кришна Бхакти Раса Бхавита Мати, что Кришна Бхакти невозможно просто так обрести. Нужно получить страстное желание. А это только саду санга. Поэтому Рупа Госвами сказал, а то саду санга Татаха Баджана Крия. Сначала вера, потом садхусангу, потом служение садху, которое укрепляет нашу веру. Поэтому, друзья, у вас сейчас великолепная возможность послужить садху. Вот у нас, например, в Киевском храме вообще почти нет денег. Можете послать пожертвование, кто может. У нас в Ростовке ребята делают грядки, копят деньги на корову. Ну, действительно, это новое место. И там большие расходы, пока мы еще генератор бесплатной нулевой энергии не придумали, но мы работаем над этим. Ну вот, нужны какие-то тити-мити, поэтому, пожалуйста, можете жертвовать, можете участвовать. Да, ну ничего страшного, что карантин, это наш центр фестивальный, когда мы собираемся летом с учителями, с преданными, там хотим сделать вайшнавский лагерь. Потому что, может, в этом году мы не будем делать какой-то большой фестиваль Видалайф, ну, может быть, просто массовых мероприятий не будет много, но какой-то вайшнавский лагерь на свежем воздухе, куда можно приехать, жить, трудиться, отдыхать, общаться, мы обязательно сделаем. Вот, поэтому, друзья мои, так, в саду санги онлайн возможно, или только вживую. Ну, пишут разные люди, тут многие разные вещи. Таких особых вопросов я не вижу. Пишут, что поклоны всем преданным. Ну, в общем-то, ребят, смотрите. Постарайтесь перечитать, пока вы сидите на карантине, книжки Шридхара Махараджи и Гурудева. Бхагаватам сложно, это много. Его надо читать по кусочку каждый день. Но вот квинтэссенция духовного знания, она в книжек наших учителей, песенники. Второе, постарайтесь друг с другом общаться, не только со мной, а друг друга поддерживать, постарайтесь проповедовать. Ребят, вы все можете проповедовать, как минимум посылать людям книги, лекции. Сейчас люди просто нуждаются в сознании Кришны, ну, как бы у них нет других вариантов. Они просто потеряют раз в веру, да, они видят, что происходит вообще что-то левое. Все же понимают, что сейчас происходит что-то левое, но ничего кто-нибудь поделать не может, потому что раз, опа, там штраф, опа, иди сюда. Поэтому, друзья, проповедуйте сознание Кришны, санкиртану. Нама санкиртана ясья сарва папа пранашинам. Санкиртана очистит нас всех, и проповедь и распространение сознания Кришны всегда дает милость тем, кто это делает. Так что, друзья, давайте стяжать милость Господа, и только в санкиртане мы сможем по-настоящему пройти все испытания и стать настоящими преданными. А нам еще до настоящего далеко. Особо губу не раскатывайте, что вы там, вот у меня Туласи, у меня духовное имя. Это, знаете, это только начало. А надо как бы, все это мы получили на халяву, а теперь это надо заслужить и подтвердить Господу, что только я хочу быть твоим преданным, я хочу быть в твоем мире, я ничего другого не хочу. Тогда Господь скажет, окей, я тебя услышал. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот. Ну, еще тут я смотрел, у нас там у каких-то преданных есть болезни, проблемы со здоровьем, вплоть до онкологии. Смотрел такие интересные рецепты немецкого доктора. Одна доктора была 50 лет тому назад, которая лечила рак вообще совершенно натуральным питанием. Там такой один был рецепт, натуральный творог с натуральным льняным маслом. То есть не вот дешевое льняное масло, а натуральное льняное масло, которое можно, кстати, вот есть масло давки, у нас в некоторых преданных есть машинки. Виджай Роман с ними делает. Ну, или можно покупать где-то.
и натуральный творог. И это такая диета, вот творог и льняное масло творит чудеса. И высокие дозы витамина С. Я сам вот, когда голодал, я на детоксе пил по стакану в день лимонного сока. Я знаю, сейчас это дорого в России, но в Таиланде это можно. Я просто говорил им, выжмите мне стакан лимонного сока. Они такие, что ты его так просто выпьешь? Я такой, да, нормально. Вообще заходит по стакану сока, но такой удар витамина С. Очень-очень мощная штука витамин С. Поэтому, аскорбиновая кислота, можно ее хавать. И, кстати, эта же штука очень помогает, она очень сильно регенерирует иммунитет, почему я вам это рассказываю. Потому что вот эти два блюда, творог с льняным маслом, только натуральный творог, натуральное масло, и большие дозы витамина С, большие дозы витамина В, они очень сильно поднимают иммунитет. Очень мощная штука для иммунитета. А вирусы все это иммунитет. Поэтому, ребята, занимаемся спортом, дышим пранаямы, задержки дыхания. В интернете очень много интересного контента. Если интересно, что-то находите, присылайте мне. Диета, обязательно голодание на Экадыше, да, как духовное и физическое. И очень-очень здоровое питание. Тем более сейчас, как бы, жрать будет нечего. Поэтому выбирайте здоровое питание. Ешьте меньше, но качественнее. В особенности те, кто повзрослее. И все будет замечательно. Пост, молитва и духовное общение. Все будет в шоколаде, ребят. И умрете не от коронавируса, а от счастья. Харе Кришна. Вот. Поэтому те, кто хотят умирать от счастья, пишите, звоните и повторяйте Харе Кришна. А те, кто хотят умирать там от отсутствие иммунитета или от старости, это не наша тема, не наши люди, не в нашей группе. У нас с вами группа, которая называется «Смерть от счастья, от экстаза». Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.